Ответственные за принятие решения государственные органы тянут время. И непонятно почему. Ведь потенциальная сделка о покупке Казахтелекомом акций Kcell фактически решит будущее рынка телекоммуникаций. Исход этого вопроса сейчас волнует миллионы абонентов. Редакция Информбюро направила официальный запрос министру национальной экономики еще неделю назад. Но в ведомстве не спешат реагировать. Чтобы достучаться до чиновников, мы даже разместили документ в социальных сетях, сделав его публичным. И что же в ответ? Опять тишина. Нарушая все сроки предоставления информации, в Министерстве национальной экономики хранят молчание. Лишь в кулуарах правительства министр, явно уставший отвечать на вопрос о судьбе сделки, попытался объяснить нерасторопность своего ведомства. Ну, я предпочитаю окончательно высказаться по этой тематике, когда мы будем готовы. Этот вопрос касается не только Министерства национальной экономики и КремЗК, он касается отраслевого ведомства. После того, как мы выработаем согласованную позицию, мы будем готовы ее прокомментировать.